Всем привет! Сейчас я нахожусь на своей конюшне. Давно я не снимала видео с конюшни, вообще редко снимаю видео с конюшни. Именно такого плана. Ну вот, сегодня я на конюшне. Первая моя задача, которая является на сейчасный момент, это надеть на вот эту женщину. Не думаю, потому что последовало с параллельной муки, которая случилась у нас с Максиме, о которой вы видите влог. Там вы все поймете. У нас случилось проблема с надеванием друг. Опять. Еще раз. На. Жули. Засосала. Итак, сейчас мы продвигаемся в Леваду с вот этой мадам. Она хочет меня убить. А это белая ш... Белая штопай отсюда. Так. Мы идем очень странным образом, потому что там Сенечка со стариком гуляет. Ай, не топаем. Сейчас очень хорошо на конюшне у нас. Снег выпал, манеж есть. Есть где тренироваться. Вон там кони. Сейчас мы их заберем. Точнее, лоста только, потому что они не смогут вместе гулять, кобыла его будет кидаться на него. Потому что он гуляет с своей доченькой ненаглядной. Господи. Оп! Жесть какая-то происходит. Ребята! Надеюсь, она меня не понесет этим сугробом. Но лошадь вообще не воспитанная, я уже поняла это. Это какая-то жуть. Фу, кошмарики. Короче, нам с горем пополам удалось достать лоста вот из той компании, которая там гуляла. Мика вообще не подпускала меня к нему. Вот, кобыла на него кидался, он бегал поливать. Я такая думаю, ну блин, отлично, как мне его забирать. И учитывая тот факт, что он вчера был жутко дикий, я немножко боялась, что он сейчас меня прибьет где-нибудь. Но он держится спокойно. Оскар! На! Оскар! Сенька! Ты уже гуляешь в чужих попонах. На! Видите? Коротко, он как Оскар для него. Да! Жуть! И вот это надо отстричь. Да! Ну так 500 раз лучше, да, Сенечка? Ровненько. Ну, стой! Погнали! Мы на коне. Это все потому, что я пришла. Да. Мы работаем на камеру и заходим на штакетик. Близко. Это жесть. Это рысак. Самоучка. Ну вон он сгибается. Делай сгибание, он бьет. Но это уже не моя проблема. Семён, замените аккумулятор. Что?
конечно, это он с того, что отдыхал такой веселый. Люблю вас, Ксюшины подписчики.